Всем привет, друзья, с вами как всегда я, Фризен. И так как в основной мапул добавили Анубис, а толком раскидок его никто не знает, поэтому я решил вам показать основные раскидки на данной карте. Ты ставь лайкос, подписывайся на канал. Также можешь подписаться на мой телеграм-канал, там проходит розыгрыш данной пушечки. И погнали смотреть. Первый смок у нас за Т-сторону на их спавне. Скидывается он на мидл вот сюда, вот в это окошко. Есть несколько вариаций этого смока, но выберем самый легкий. Есть один от двери, когда вы откидываете вот сюда, вот целите и откидываете. У меня он не особо выходит, это нужно профессионально тренироваться, так сказать. Есть чуть-чуть попроще, вам нужно упереться вот сюда, нацелиться примерно вот на этот вот кирпичик, подпрыгиваете и откидываете в это время смачок. И как вы видите, закрывается мидл у нас. Следующий смок у нас откидывается вот от этой вот двери, откидывается он вот сюда вот. Для этого берем на край этой двери вот так вот, упираемся, вот сюда. Чуть проходим и откидываем. Тем самым он у нас закрывает, как вы видите, шорт, можно сказать. Или как эта позиция точно называется. Следующие смоки у нас будут на Б-плен. Целимся вот на этот вот стык. Далее вот на эту вот руину и от нее поднимаемся выше. Самое главное, не нужно прыгать, когда вы откидываете данный смок. Просто откидываете его. И он у вас приземляется вот сюда вот. Если чуть попрямее его все-таки кинуть, то как бы вот этой вот дырки не будет. И все, и можете спокойно отстреливать. Также для того, чтобы закрыть вот этот вот выход на Б-плент, нам нужно встать вот сюда вот, упереться. Вот от этой руины поднимаемся выше, на середину. И откидываем данный смачок. Тем самым он прилетает сюда и закрывает у нас все. Тоже, если чуть-чуть попрямее, то... Хотя и так все вообще четенько. Есть чуть-чуть небольшую дырочка, но ничего. Если натренироваться, смоки будут просто лучше. Третий смок у нас закидывается в коннектор, так называемый. Для этого нам нужно подойти вот к этому выступу, чуть-чуть правее от середины. Видите вот эту вот точку? Прицелом на нее... Прыгаете и откидываете данный смок. Тем самым закрываете коннектор. Вот, ничего не видно. И тут у нас то же самое. Тем самым должно получиться вот что-то типа такого. Ну, само собой, тут чуть-чуть попрямее смоки должны быть. Я их сейчас по фасту кинул, чтобы примерно показать, как должно быть. Втроем с тиммейтами встаете, откидываете смоки и, можно сказать, полностью закрываете Б. Следующие смоки у нас идут на Апленд. Примерно встаем на краешек этой плитки. Переводимся к окошку чуть выше окна. И на ходу откидываем данный смок. Тем самым он у нас закрывает вход. То есть не с этой стороны не видно. Не с этой. Все, совершенно спокойно. Для того, чтобы откинуть нам следующий смок, нам нужно встать на краешек вот этого вот строения. Примерно вот так. Целимся выше окошка. И на ходу откидываем данный смачок. Тем самым закрываем вот эту вот позицию. Если опять же чуть-чуть попрямее его кинуть, то дырок тут вообще не будет. Все, вот, все закрыто, ничего не видно. Опять же, нужно тренироваться для того, чтобы все вообще классно получалось. Третий смок у нас нужно подойти вот к этой вот арочке. От этого окна выше. Видите вот этот вот вырез? От него поднимаете на глаз уже примерно свой прицел. Оставляете его вот в этом положении. Откидываете смок. И выходит примерно что-то типа такого. То есть с этой стороны не видно ничего. С этой стороны то же самое. Тем самым полностью закрываете апленд от КТшников. И спокойно ставите себе бомбу. И возможно раунд будет у вас в кармане благодаря этому. Следующий смок у нас за КТ сторону. Который закрывает нам вот эти вот ворота Б-плента. Для этого нам нужно встать вот сюда вот.
нацеливаемся примерно вот так и в прыжке откидываем данный смачок. Тем самым он у нас залетает и совершенно спокойно закрывает данные ворота. Опять же, если чуть-чуть поровнее его кинуть, хотя с этой стороны даже ничего и не видно. С этой чуть-чуть да есть. То есть можно даже будет прострелить совершенно спокойно и все. Ну а на этом все. Это были самые основные смоки. Ты ставь лайкос, подписывайся на канал. Пиши, какие смоки я упустил. А с вами был Фризен. Всем удачи. Всем пока-пока.